обещал пресс-релиз по Китаю. Сейчас мы находимся на городе Киев, площадка, канал у нас мини-трактор. Вот нам приехали белорусы 320-е. И теперь раз, два, три. Друзья, я, конечно, чуть-чуть затянул с выпуском по Китаю, но тем не менее, наша команда отправляется за 6000 километров, чтобы показать вам, где делают китайские трактора. Наше путешествие начинается отсюда, Пекин. Только вдумайтесь, 21 миллион человек населения. Это, друзья, как половина Украины, ну или, по крайней мере, 4 Киева. Более половины мировой промышленности сосредоточена здесь, в Китае. Получается, каждая вторая вещь, которая есть в вашем доме, а вот делают вот эти парни. И это мои самые-самые скромные оценки. А вот чтобы попасть на сами заводы, надо преодолеть еще порядка 700 километров. Самое интересное, друзья, наша дорога должна занимать около 2-2,5 часов, потому что поезд едет 300 в час. Постараемся показать вам максимально, да, весь процесс изнутри, как и главное, из чего делают наши. Едем в Вэйфан. Очень сильно, друзья, на Интерсити похоже наш, только у них это обычный поезд, ну или типа а-ля электричка. Так, сразу говорю, чтобы вот никто не обижался, разобьем эту поездку на несколько выпусков, и в каждом выпуске посвятим там больше времени, информации соберем по конкретным каким-то заводам, моделям, производству и всему подобному. Вэйфан, так называется первый город, где находится наш завод. Все время надо очень-очень много ехать. Это был анонс, друзья, я предупреждал. Уже в следующем выпуске мы уже будем показывать. Непосредственно начнем сразу с главного, с производства мини-мототракторов. Совсем-совсем скоро вы все увидите на канале Трактор. Всем удачи, всем счастливо, всем пока.